Алексей Чеблаков служит во вневедомственной охране больше 20 лет. Рассказывает, пришел сюда после армии. Начинал в группе задержания, сейчас занимает должность командира отделения. На вопрос, что считает в работе важным, без раздумий отвечает. Главное то, что она интересна. Разнообразие. Каждый день сталкиваешься с какими-то новыми событиями в своей жизни. Также много решается конфликтных ситуаций, разбираешь, обучаешь молодых сотрудников. Вневедомственная охрана появилась благодаря вышедшему 29 октября 1952 года постановлению ЦК КПСС и Совета министров. Тогда в состав ведомства вошли сторожевые военизированные подразделения, которые стали осуществлять наружную охрану особо важных и режимных объектов, промышленных предприятий и строительных, хозяйственных, административных и других организаций. Сегодня задачи не сильно изменились. Непосредственная задача – это выезд по сигналу «Тревога», охрана объектов любой формы собственности, а также предотвращение преступлений, административных правонарушений на маршруте патрулирования. В преддверии праздника Алексея Чеблакова вместе с другими сотрудниками поздравили с 71-й годовщиной со дня создания ведомства. На торжественную церемонию пригласили и ветеранов вневедомственной охраны. Вообще сотрудники – это неотъемлемая часть нашего подразделения. Мы всегда их чтим, поддерживаем. Это, наверное, из сегодняшних сотрудников, это больше те, кто уже давно здесь работает. Вот как старший прапорщик, у нас их не так много. Старший сержант вот Доколаев, он уже не раз отличался в показателях по административным правонарушениям и выявлениям преступлений. Всех отличившихся сотрудников поблагодарили за службу и наградили грамотами главы Одинцовского округа. Евгения Августина, Роман Попов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».